Всем привет! Сегодня я расскажу, как я делаю себе копилку. Очень простую, очень легко собирается, очень интересно, прям такой азарт появляется, чтобы быстрее все собрать. Сейчас покажу, что нам для этого надо. Линейка, листик, бумаги, А4 подойдет, любой скотч, карандаш, ручка, все. Нам надо расчертить такую табличку 12 на 12. Это можно делать, конечно, и в компьютере, но... Но вы знаете, когда вы делаете вручную вот это все, чертите, то вы вкладываете свою какую-то особенную энергетику в это все, и результат будет круче. Так, ну что, наша таблица готова. 12 в одну сторону, 12 в другую. Вместе, по-моему, 144 ячеечек получается. И в каждую теперь нам надо вписать цифру. Начнем мы с 10. И будем так добавлять 10, 20, 30, 40, 50... И так далее. Каждой цифре будем добавлять всего 10. В итоге сейчас посмотрим, какая цифра окажется в конце и какая сумма будет, если мы зачеркнем все эти ячейки и будем оставлять денежку в этой копилочке. Кстати, дырочку надо сделать, обмотать потом скотчем. Это у меня старая копилка. Тут у меня еще остались, кстати, денежки на развод. Вот. Очень интересно, очень круто. Однажды такая копилка нас очень выручила с мужем, когда нужны были срочно деньги, а мы даже забыли, что у нас дома лежит вот эта копилочка, и там оказалась как раз нужная сумма. Так что покажу сейчас, как вписать цифры в таблицу. Ну вот, таблица готова. Я начинала цифры 10 в ячейках, и самая последняя цифра 1140. Принцип заключается в том, что вы кладете в копилку денежки и зачеркиваете определенную сумму, которую положили. Может быть, хаотично выбирать можете, а можете двигаться, начиная с меньшего к большему. То есть все индивидуально, да? Как чувствуете, так и делаете. Можете начинать с самой большой суммы и двигаться к самой меньшей. Вы сами решаете, как часто вы кладете денежки в копилку. Вот, и можете вот так, то 500 есть, положили 500, тут появилась 1000, положили 1000. Можете взять 1000 и разбить ее на много мелких и сразу много зачеркнуть. Прикол в том, что со временем у вас появляется желание все чаще и чаще ложить в копилочку и желание, чтобы поскорее все ячеечки зачеркнуть. И когда вы все зачеркнете, у вас в этой копилочке, которую вы обклеите, а туда можно наклеить еще фотографию вашей мечты, например, да, окажется большая сумма. Какая сумма? Я сейчас вам скажу. Ну что, вы готовы увидеть сумму, которая должна получиться? Та-дам! 104 400. Вы представляете? Просто заполняйте все эти ячейки, постепенно бросаете все сюда в копилочку. Кстати, я обмотала уже копилку скотчем зеленым. Не сильно привлекательно выглядит, но ничего. Да, зато все плотненько, все четенько. Значит, это может быть у вас подушка безопасности, это может быть копилка на мечту. А представьте, если вы соберете 10 таких копилок. Ну, и я уже говорила, что сверху вы можете приклеить фотографии, например, своей мечты, либо несколько разных своих желаний. Этот листик отдельно, либо можно его тоже приклеить с другой стороны, например, да? Вот, но я его держу отдельно. Я очень-очень советую делать подобную копилку только на растущую луну. И дни хорошие, это среда, четверг, пятница подходят. Четверг, конечно, лучше всего подходит. Можно положить первую сумму, у меня это 70 гривен. Просовываем, оп, и тут мы сразу ищем сумму 70 и зачеркиваем. Зачеркиваем, как вам нравится. Все, представляете, вот я вам потом покажу результат, когда я все цифры зачеркну и вместе с вами откроем эту копилочку, посмотрим, что получилось, какая в итоге сумма получилась. В общем, я надеюсь, я вас вдохновила, и вы тоже сделаете себе подобную копилочку и начнете откладывать деньги.
еще и таким образом, потому что очень-очень важно не только зарабатывать, но и сохранять. Приумножайте, всем желаю удачи и всего самого-самого лучшего. И, кстати, если вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, буду больше снимать, надеюсь, радовать вас, давать полезную информацию не только по таким вопросам. Это мой Инстаграм, не теряйте.